Смотрите, если у вас есть маленькие какие-то царапины вот на машине, и вас это сильно раздражает, купите вот такую вот маленькую. Называется он реставрационный карандаш. Видите, реставрационный карандаш. Здесь цвет вашей машины. Вот, собственно говоря. Ах ты, я его не откручу за рукой. Ну, в общем, принцип какой? Откручиваем, и как женщины себе красят ногти, так же само закрашиваем, реставрируем поверхность, краску своего автомобиля.